Всем привет с Карагандинского клуба «Коллекционер». Вот смотрите, какую книженцию, каталог тоже сейчас взяли у Ивана, посмотреть, полистать. И вот волшебная коробочка, смотрите, волшебная коробочка. Чего только в клубе коллекционеров Караганды не найдешь. И вот человек принес волшебную коробочку вот с такой наградой. И мы вот специально взяли у Ивана. Сейчас крупно рассмотрите, внимательно, внимательно. Это очень важно. А теперь возвращаемся к вот этому каталогу. Да? Находим этот знак выпуски, получается, высшие награды комсомола. И смотрим внимательно и видим, что это у нас первый выпуск, почетный знак в ЛКСМ, первый выпуск. Дата вручения 1966-68 годы. И цена его, смотрите, 850-870. Это цены в долларах. И теперь обратите внимание, вот еще раз, чтобы вы убедились, что это действительно тот знак. То есть вот даже мать-героиня знак легче найти, так именно здесь, в той же Караганде приобрести, чем вот такой знак, почетный знак в ЛКСМ. Крайне редкая вещь, за много лет в клубе, скажем так, такой знак впервые, еще и в родной коробочке. Обратите внимание, какая солидная коробочка с защелкой, такая вот, похоже, даже она кожаная, по металл и кожа. Документа на знак нету, к сожалению, но, в принципе, вот, вполне достаточно просто иметь знак, чтобы стать немножечко богаче. Вот такие вот вещи иногда приносят в клуб коллекционеров, поэтому полезно ходить в клуб, чтобы не пропустить раритеты.